Скажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Ежедневно в воздух поднимается сотни тысяч самолетов и в целом столько же и садится. По статистике, авиаперевозки чуть ли не самое безопасное средство передвижения. За год самолеты перевозят около 4 миллиардов людей, то есть больше половины населения планеты. А вот до конечного пункта не добирается лишь около 1000. То есть соотношение очень впечатляющее. За последние 6 лет произошло всего лишь 107 авиакатастроф, в которых погибло 3245 человек. То есть менее процента всех пассажиров за эти годы. Но стоит учесть, что не каждая катастрофа обязательно влечет за собой человеческие жертвы. 14 января в турецком городе Трабзоне Boeing 737 компании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и завис в нескольких десятков метров от моря. До сих пор неизвестно, в чем причина этой ситуации, но в любом случае большая удача, что пилот сумел остановить самолет. Если бы он упал в воду, то по оценкам экспертов это привело бы к многочисленным жертвам. А так никто не пострадал. На борту было 163 человека, которые успешно эвакуировали, и пассажиры рассказывают, что в салоне началась паника. Причем настолько сильная, что экипажу никак не удавалось взять ситуацию под контроль. Мы наклонились. Передняя часть была внизу, а задняя часть самолета поднялась вверх. Была паника, люди кричали. Поделилась пассажирка Фатма Гарду с журналистами. Мы могли сгореть, мы могли взорваться, мы могли упасть в море. Когда я начинаю об этом думать, мне кажется, я могу сойти с ума. Рассказывает о пережитом Юксель Гарду. На время спасательной операции аэропорт был закрыт, там проводились расследования. Пока сообщает лишь о том, что имел место некий инцидент при посадке. Также пассажиры сообщили, что во время ЧП в салоне самолета ощущался запах керосина, что лишь усугубляло панику. Люди боялись сгореть заживо или просто взорваться. Очень часто подобное случается из-за различных неисправностей или просто факторов, которые сложно предсказать. Но пилоты удивительно смелые и отважные люди. Они делают все, чтобы спасти жизни пассажиров. Как говорится, все хорошо, что хорошо, кончается. В этот раз все смогли вернуться домой к семьям, и никто не стал очередной цифрой в статистике. Конечно, есть несколько интересных вопросов к пилотам, но это уже продолжение истории. Будем держать руку на пульсе событий. Ну, а на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте.